Приветик! Добро пожаловать на новое видео. Сегодня я проведу викторину со своими подписчиками. На нашем сервере Тангория. Я подготовил достаточно разные, сложные, прикольные и в то же время интересные вопросы. Если ответил неправильно, то ты можешь стать курочкой-гриль. Ну а у тебя есть два шанса на ошибку. Также каждый победитель может получить приз. Причем выбрав любой приз, который на него смотрит. Также могут быть как и хорошие вещи, так и плохие. Или недостаточно плохие. В общем, как-то так. Кстати, ты мог бы быть на их месте, но ты не подписался еще и не поставил лайк. Это можно изменить. Ну что, друзьяки, начнем нашу викторину. У нас собрались игроки нашего сервера. И уже имеются первые участники. Это Дубок и какой-то МХФФ. Ну я знаю, что его зовут Мишаня. Но это мне так рассказывали, по слухам. И также у нас имеются призы. И они даже не знают, что тут находится. Возможно, хорошие, как видите, это неплохой лут, да? Или, возможно, вот это вот вообще. Или, допустим, вот это. Да, здесь кажется, что все плохо, когда выпадет земля. Но там, оказывается, есть изрытый меч. Поэтому можно приступить. Ну что, друзья, у нас обстановка накаляется, потому что до сих пор первые участники никто не выиграл абсолютно, чтобы вы понимали, они в ровную ногу ушли, и все оба ответили на последний вопрос неправильно, и у нас еще тут какой-то песик, господи, какие ты миленький. Основные персонажи игры, это кто? А ну-ка, давайте основные персонажи игры, Стив. Персонажи, не персонаж, нужно ответить больше, больше. Стив, что? Стив и Алекс. Хорошо, все, отлично, отлично. Поэтому давай, дружище Артемка, прости, но там Стив и Алекс, персонажи. Слишком долго, только один ответ. Итак, сколько всего режимов в игре? А ну-ка, так, Анастасия отвечает, что их 4, но на самом деле их 4. Но кажется мне, что их 5. Давайте посчитаем. Креатив, выживание, спектейтер и это у нас путешествие. Но имеется еще один режим, который этот. Ладно, хорошо, так уж и быть. 4 режима, я не помню просто 5-го, но по-моему их 5. Я не помню 5-й. Итак, сколько видов зомби? А ну-ка, друзья, зомби, зомби. Ну это интересно, так, Анастасия говорит, что всего лишь 3 вида зомби. Ну это не так на самом деле. Ведь считается, вот даже если посчитать пустынный, обыкновенный, утопленник, уже 3. А тут зомби-житель, зомби маленький. Это тоже считается отдельным типом. Атемка 3. Увы, к сожалению, нет. На самом деле их не 3. Итак, один из самых простых вопросов, в котором году вышел Майнкрафт. Я думаю, об этом все знают. Так, Анастасия говорит, 9-го, это 9-го. Да, это было слишком легко. Да, хорошо, это, в принципе, победа. О, господи, у нас кто-то сгорел. Так, и тут такой вопрос с подвохом. Сколько лет каналу Винчи? А ну, мне интересно, кто-то знает? Так, почти 2. Ладно, почти 2. Да черт возьми, как вы так угадываете, не понимаю, блин. Так, самый легкий вопрос. Какой ID Земли? Ну, вообще он жесткий, но он легкий на самом деле. 1. Все, вопрос принят, хорошо. Так, ответ, точнее, принят. Так, Артемка, твои варианты только быстрее, потому что... Давайте... Изи. Так, хорошо, 3... 2. Ага, Е3, конечно, мне кажется, он гуглит. Да чё ты подозрительный какой-то? Что-то мне кажется, что ты гуглишь, серьезно говоря. Ладно, хорошо. Тогда уж так и быть. Так, ладно, Анастасия, не переживай, но ты играешь честно. А мне кажется, Артемка жульничает, но это на его совесть. Ну ладно, хорошо, какой ID земли мы знаем. А какой ID воды? А ну-ка, давайте. А ну-ка, 5. Анастасия, господи, ну и кто же ответит, неужели? А ну-ка, давай, быстрее, почему так туго? Если ты знаешь, ты должен отвечать быстро. 5, 4, 3, 2, 1. Ну, все, хорошо. К сожалению, никто не выигрывает, потому что время вышло, и никто не ответил правильно. Пабло, ты своими арбузиками здесь, давай, иди там торгуй, мне арбузы не нужны по дешевке. Но еще никто даже не свайпнул наш сундучок, понимаете? Никто еще не свайпнул сундучок. Уйди отсюда и общайся, ты что, не видишь с людьми? Итак, вопрос нашим новым участникам, Диане и Димону. Сколько дней серверу Тангор? Друзья, это важный вопрос, потому что наш сервер недавно только открылся. О, это изи, да, Артем?
ошибка знает, потому что он играет часто на нашем сервере. Ты тоже можешь играть, если подпишешься и поставишь лайк. Эй, так, 7 дней, 7 дней. Черт возьми, where is, да, господи, они ответили правильно. Давайте похлопаем им, давайте похлопаем. Молодцы, молодцы, ребят, все верно. Итак, реально сложный вопрос. Спрут летает или плавает? Это жестко, скажи. Это реально жесткий вопрос, он с подвохом, понимаете? Плавает, Димон. Он, но, давайте, хорошо, отвечайте, плавает. К сожалению, в Википедии сказано, что он закодирован так, что он просто летает. И просто в воде. Если его каким-то образом достать в воздухе, он будет летать по всему миру. К сожалению, это неверный ответ, чтобы вы понимали. Абсолютно неверный. Он летает. И да, многие из вас, может быть, шокированы. А на вот этот вопрос даже тяжело не то, что загуглить, а даже ответить. Сколько анимаций использует Эндер Дракон для полета? Это жестко. Вот, вот это прям серьезный вопрос, друзья. Это серьезный вопрос. 3. Хорошо, Диана ответила 3. Так, Димон, ожидаем ответа. Он должен сейчас решить судьбу. Он должен решить судьбу. Это я знаю. Так, хорошо. И в итоге, давай, Димон, ответ. Ответ 3. Хорошо, это абсолютно неверно. Каждый из вас ответил неправильно. Еще один вопрос с очень большой сложностью. Когда добавили визора в Майнкрафт? Что произошло с Майнкрафтом? Это реально знает не все. Не добавили, что произошло с Майнкрафтом? Произошло, друзья. У вас последний шанс, ну же. Произошло. Давайте им напишем. Произошло. Что? Произошло 100, господи, нет! В итоге все равно они ответили неправильно, поэтому за я... Вот за... на этом наша викторина заканчивается, собственно, поэтому как-то так. Блин, друзьяки, у нас никто не может выиграть викторину, даже хотя бы один человек, господи, и у него там собака? Помощь, не-не-не, помощь нельзя, подсказки от собаки не учитываются. Итак, вопрос. У снеговика есть лицо под тыквой? Это очень важно, друзья. Никто не... Ага, так, Омега отвечает да, Пабло да, черт возьми! Они все ответили правильно. Следующий вопрос. Могут ли криперы подниматься по лестнице? Интересно. Ну, вопрос, кстати, действительно, могут они ли подниматься по лестнице? Только не гуглить, отвечать быстро. У нас имеется ограничение. А, нет, извиняюсь. Так, папа говорит, да, Омега. Так, нужно давать отчет. Так, 5, 4, 3, 2, 1. Господи, успел. Ладно, хорошо, так уж и быть, еле успел. И следующий у нас вопрос. Кто самый маленький моб в игре? Это достаточно легко, но в то же время просто. Нужно выбрать одного моба. Их, в общем-то, 3. Чешуйница. Хорошо, Омега чешуйницу выбрал. А, Пабло, давай, Пабло, не подводи. Ты же сможешь, давай, он похож на тебя. Такой же зеленый и, любит арбуз тоже. Ну, давай, Пабло. Господи, у нас кто-то сегодня хоть дропнет чешуйница. К сожалению, это неверный ответ, друзья. Это не чешуйница. Ну что, теперь действительно сложный вопрос. Если надеть тыкву на голову, посмотрев на Эндермена, он на вас загрится? Как вопрос? Очень тяжело, да? Омега говорит нет. Хорошо. Тут может быть, ну, вопрос с подвохом, понимаете? Когда надел... Да, когда надел тыкву на голову, интересно, а он на вас или после? Надел, надел, первый вариант. Ну, давай, когда надел, там же написано, в смысле после. Надел тыкву и посмотрел на него. Нет, не загрится, ладно, хорошо, так уж и быть. О, господи, что здесь происходит? Что это за стены-то такие? Следующий вопрос. С каким шансом может заспамиться скелет-наездник на пауке? Это давно такой, знаете, более известный вопрос. Но все же, ответят ли они правильно? 0. Господи. У нас, получается, проигрывает Пабло. Уже поздно, ты не успел по времени. Время истекло, понимаешь? Итак, вопрос, какой моб не может сгореть в огне или лаве с обычного мира? Да, это не с ада, а именно с обычного мира. Какой моб не может сгореть-то в лаве и вообще не может поджариться? Ему вообще по цимбалам лава, огонь и прочая ерунда. Варден. К сожалению, ДХФЛ. К сожалению, у нас проиграл Пабло, господи, я просто в шоке, Пабло, ну как ты мог? Ах, прости, Пабло, но у нас имеется победитель, господи, наконец-то! Выбери какой-то из сундуков, какой-то один из сундуков, любой может быть твой сундук. Господи, подумай очень хорошо, это очень важное решение. Так, хорошо, и зеленые!
Ну что, друзьяки, я решил устроить командную игру. Собрал по 3 человека на каждую сторону. И, друзья, ну так вы должны уже выиграть. Каждый из вас получит по сундуку. То есть, если команда ваша победила за счет какого-то игрока, поддерживает сундук каждый. То есть, в этом весь кайф. Поэтому, друзья, прямо сейчас я буду задавать реально сложные, но в то же время интересные вопросы. Фух, а из вас за вас подписочка, потому что организовывать такие ролики, ну, крайне сложно. Особенно, как я делаю это первый раз. Поэтому, друзья, поехали, вопросы. Итак, вопрос. Можно ли оттолкнуть огненный шар Гаста обычной снежкой? Обычной снежкой? Прикольно звучит. Так, Анастасия отвечает «да». Хорошо, Йохан отвечает «нет», и Диана отвечает «да», и Веном отвечает «да». Подожди, а где? А, и Веном вообще не участвует. Итак, друзья, у вас сужается круг, потому что первый, кто ответил. Уходи, уходи, дружище, отойди, иначе ты упадешь, я же тебе шанс даю. Итак, вопрос, самая редкая руда в Майнкрафте. Вы знаете, это не так уж и просто, это не алмазы, друзья. Самая редкая руда, это нет, это не незерит, изумрудная. Господи, да, красавчик Йохан. У вас остался еще один блок, изумрудная, да, это действительно изумрудная. Красавцы, пацаны выиграют, давайте, девочки, поднажмите, я хочу, чтобы вы выиграли. Итак, друзья, действительно сложный вопрос, для чего нужен компаратор в Майнкрафт? Мне даже выговорить это сложно, компаратор, друзья, для чего он нужен? Кто первый ответит, понимаете, время не ограничено, тут кто первый ответит, блин, это жестко, это жестко. 2000 years later. Ну же, для сравнивания двух сигналов. Да, господи, мне кажется, он гуглил. Я чё так думаю? Он прав, но он гуглил. И следующий вопрос. Был ли в Майнкрафте херобрин вообще? Ну-ка, кто первый ответит? Ну, нет, Дубок написал нет, и Артемка нет, но первый был Дубок, поэтому, друзья, еще один блок. Отойди, Пабло, отойди, нужно сломать блок, чтобы ты не умер. Итак, сколько блоков булыжника может переплавить на одно ведро с лавой? Ну, типа, сколько одно ведро лавы может переплавить булыжника? Вопрос. Ошибка. Да, нужно, друзья, нужно подумать. Это численность 5. Какие 5 блоков? Какие 5 блоков? 10. Нет, не 10. Больше бери. Нулик добавляй. Вы проигрываете. 12. Нет. Больше. Туда вверх иди. Нет, не 14. Одно ведро лавы может переплавить 100 блоков. Так сколько, Пабло? 64. Дудок, 100? Да, господи, он опять ответил верно. Так, простите, но мне нужно сломать этот блок. О, у них осталось два персонажа. Бедная Диана, она сгорела. И вопрос с подвогом. Что такое Майнкрафт? А ну, кто ответит правильно? Игра. Нет, это не игра. Папа, ну ты должен знать. Это игра-песочница. Нет, это не игра. Я понимаю, что это игра, но ответ не таков. Нет, это не игра. Что такое Майнкрафт? 2 hours later. Подсказка. Это мем. Кубическая игра про выживание. Подсказка. Это мем. 0. Это мем. Давайте, это мем. Ну. Это мем, давайте, это моя жизнь, да, господи, да, это моя жизнь, господи, ты прав, наконец-то, это моя жизнь, да, что такое Майнкрафт, это моя жизнь. Следующий вопрос, на сколько блоков растекается вода в Майнкрафте? Это очень просто, но 5. Пабло, да ёлки-палки, что с тобой, почему ты сегодня отвечаешь неверно? Ну, Настя, давай, Анастасия, вы должны проиграть, Пабло, лично нет, 7, нет, 8, да твою налево, Йохан ждал, это 8 блоков, господи, я просто в шоке, простите, друзья. Но мне придется вас убить. Это жестоко, но, друзья, это был просто... Еее, вы победили, ура! Готовый? Готовый? Так, хорошо. И твой приз у нас получается... У-ху! Крутяк, Артемка, поздравляю, ты выбил вот такие вот вещи, золотые вещи. Да, приз ты выбрал не из самых худших. Смотри, ты прям реально губка Боб, прям как знал. Так, хорошо, Дудок хочет вот это. Так, отошли. Я теперь хочу предъявить тебе этот сундук, и, господи, ты проиграл. Йохан, значит, показываем подарок Йохана, и бац! Тупо сет инструментов алмазных, это круто тоже, вау!
Выбирай, опять же, выбирай сундук, который на тебя смотрит. Здесь нужно подумать очень хорошо. Так, хорошо, все отошли, и он выбирает сундук. Так, вот этот, хорошо. Свобаем сундук и посмотрим, что там. И что там? Там имелись хорошие вещи или же нет? Господи, что? Я не могу больше открыть. Я не могу, я не смогу больше открыть. Сможешь. Так, Дудок, ты какой сундук выбираешь? Какой? Так, какой сундук выбираешь? Так, Йохан, отошли, отошли, отошли. Так, Йохан и... О, он, наверное, расстроился, но в то же время удивился. Это Дезер меч, господи, дезеритовый меч. Вы видели это? Это Дезер меч, господи. Оу, черт, что? Оу, да, так, Дудок. Тебе остается последний. Последний это Дудок. Это Дудок. И давайте посмотрим, что у нас там. Бац. И он получил кактус и прочие. Там все Незера? Нет. Да, да, он получил крутые вещи. Там есть тоже крутые вещи. Фух, друзьяки, это было круто. Вот так у нас прошла игра. В принципе, это все. Или нет?